Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Бывают иногда такие моменты. Дома что-то начинаешь делать. Вот есть вертлюжок, а карабина нет. И надо такой карабин большой, чтобы можно было просунуть такое вот ушко, чтобы это самое, можно было защелкнуть его. Ну, в таком случае надо делать карабин своими руками. Вот берем новую проволоку 0,8, единичку, нержавеющую для сварочных работ. И начинаем с ней работать. Круглогубцами выгибаю одну дужку. И дальше начинаю с ней играться. Это делаю верхнее колечко. Теперь поднимаю сюда наверх. Вот так. Дальше. В сторону. Вот у нас уже почти верхняя часть готова. Смотрите, что у нас получилось. Верхняя часть уже готова. Застежки наши. Вот она закрывается. Вот такая застежечка получается, верхняя часть. Теперь делаем нижнюю часть. Вот она нижняя часть. Открою ее. Застежку засуну я под низ, опять я закрою, и вот здесь вот выгибаем сколько нам надо. Вот такая вот получается у нас застежечка. Быстро и очень даже легко. Но чем она хороша? Видите, вот. Хотя вот этот хвостик будет мешать. Вот. Видите? Вот это вот ушко мы сделали чуть большего диаметра, и на таком грузике она очень хорошо себя чувствует. Все. Вот это то, что я вам хотел сегодня показать. Все, будьте здоровы.